Всем привет! Сегодня мне принесли небольшой мешочек с платками, на которых есть приемные радиоэтали. Вот такой вот мешочек. Сейчас я вам покажу. В кадр не влезет, но для новичков и вообще, кто занимается, будет довольно хорошее и полезное это видео. Так что смотрим. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть из приемных. Сейчас покажу вам. И на каких можно заработать. И что они вообще в себе содержат, эти приемные радиоэтали. Так что погнали. Буду доставать по одной. Да, за этот мешочек, кому интересно, отдал я всего лишь $2. А в свою валюту можете конвертировать и узнать, насколько она мне обошлась. И насколько тут приемных радиоэталей мне прибыло. Так. Тут бытовуха, ну, довольно неплохо в нынешнее время. Я думаю, затарился неплохо. Так, сейчас достаю. Посмотрел, что есть более деловой материал. То есть, есть за что давать. Ну, я и немного дал, вроде бы и неплохо. Так, для того человека, кто мне его продал. Вот от телека вот такая вот плата. Тут у нас из приемных именно то, что нужно собирать. Получается полубочонки, как видим, флажки, 315 транзисторы можно не собирать, это уже плата современная, они у нас включительно где-то по 83 приемный. Транзистор вот такой вот, полубочонки, не обе, но очень дешевые, флажки тоже дешевые, но это приемные. Так что получается у нас тут в транзисторах вот этих и вот этих вот полубочонках находится золото, тут у нас золото, тут не обе. Сейчас покажу вам эти транзисторы. Ну, кто уже знает, сейчас знает, а для новичков интересно будет. Вот, видим, золото есть. Они у нас приемные. Тут на радиаторах неприемные транзисторы. Они совсем другого плана идут. И все, как бы тут больше ничего на этой плате нет. Давайте переходим дальше, чтобы вам было интереснее смотреть. Так, что у нас дальше? Дальше у нас платка. Вот такая вот. Ого, что я на ней вижу? Ничего себе. Прикольно. Смотрите, что я заметил на этой платке. Я как бы когда брал, не видел. Я так глянул в мешок и все. Сейчас эту сторону. Ну вот сейчас покажу, что я увидел. Так, это у нас что, припаяно, короче, не дает. Если посмотреть, смотрите вместе со мной. Посмотреть вот так с такого ракурса, вы ничего, думаю, не заметите. Я вот так ее видел, думаю, все понятно, 6 транзисторов, как обычно в классике, и все, микросхемы. Но тут, смотрите, что тут скрылось. Сейчас с нее и начнем. Рыжая кемочка такая вот неплохая. Видим. Давайте ее сейчас взвесим и посмотрим, сколько она у нас по весу. Сейчас откусим. Неплохо. Да, что хотел вас попросить, поддержать прямо сейчас этот выпуск. Нажав пальчик вверх, для кого не сложно, можете нажать прямо сейчас. Ну и кому интересно, подписываемся на мой канал, кто не подписан. Проверяем подписку. Так, включаем. Я думаю, грамм должен быть спокойно. Ну, сейчас, как говорится, взвешивание покажет. Смотрим. Почти. Вот не хватает пару доль сотки. Ну, неплохо. Считай, грамм по-любому есть. Это неплохо. Отлично. Одна КМ-ка рыжая. Тут больше ничего. О, тут еще и зеленая есть. Смотрите, маленькая. Зачет. Неплохо. Ваши лайки для меня очень важны. Они для того, чтобы я делал для вас следующие выпуски. Так. Неплохо. Маленькая только одна. В них, получается, в КМ-ках находится для новичков палладий и платина. Что в зеленой, что только в разном проценте содержания. Видим вот такая вот микросхема с явной позолотой. Если посмотреть, желтизна вот просматривается. Сейчас поближе посмотрим. Вот, если так, блестит, блестит, залужено. Так, золото, это по-любому вы уже поняли. Необъевые флажки. Получается опять транзистор с золотом, тоже приемный. На этой надо вот, видим, ничего себе, тут платка уже впаянная, не знаю как. 97-го года выпуска. Ну, надо проверять, ну, может, вряд ли. Ну, как прошлый выпуск показывает, может и быть тоже золото. Так, видим флажки, полубочонки. Что мы дальше? То же самое. Опять же, микросхема приемная. Почему? Опять просматривается тут желтизна. Это у нас золото. Вот, транзистор уже надломанный. Отлично.
Получается, у нас тут их 6 штук, да. Вот, видим. И они все, все с золотом. И этот маленький тоже. Это КТ-940А. Вот такая вот плата. Переходим далее. Не томим. Так. Походу, я понял, один телек тут цветной совдеповский был. Так, тут вот такая вот плата. Тут у нас микросхемка. Также флажки, транзистор. 91, значит, она будет у нас приемная. Тут бывают в классике на этой плате КМ-ки. Особенно вместо вот этих. Ну, нету. Но зато рыжая была. Это неплохо. Так, видим полубочонки. Варикапы есть. Это золотом. Вот тут эти железные. Их надо выпаивать. Как видим, вода вот так расходится. Греем и вытягиваем. Как бы вот так. Кому интересно как, могу сейчас показать. Секунду. Очень быстро. Берем с этой стороны, нагреваем. Все, достаточно. И с этой стороны вытягиваем все. И отлично. Они приемные. Получается, в них нога по цене не меньше между корпусом получается и БУ. Цена, потому что тут не меньше 5 миллиметров у них ноги. Если большое количество, так они и будут считаться. Это отличные жирные транзисторы. Переходим дальше. Что у нас там? А там вот вижу платка. Раз. Вторая. Подобное что-то было, походу. Так, вот такие вот две платки. Одинаковые, можно сказать, с какого-то прибора. Вот кто знает, можете поделиться. Видим, флажки тут есть и микросхемы. Но интересны эти вот разъемы. Пладированные они или посеребренные. Но это надо проверять. Ну, главное, что ламелька есть. Давайте посмотрим микросхемы. 155 вижу с позолоткой, походу. Но залужено. Если присмотреться, желтизна просматривается. Если раскусить, так оно и будет. Вот, видим. Тут тоже неплохо. Тут довольно немало микросхем. Это меня радует. Так, переходим далее. Повторяюсь, кто еще не поставил лайк, сделайте это прямо сейчас. Для вас это сделать несложно, но для меня это очень важно. Так. Блок от тельчика получается. Удивительно, что осталась катушка. Так, что мы видим? Вот транзистор с золотом. Также тут транзистор, вот транзистор. Давайте проверим. Вот еще транзисторы с золотом маленькие. Так, сейчас проверим этот. Не вижу. Так, с этой стороны. Да, желтый. Этот у нас тоже приемный. Неплохо. Катушечка даже есть. Серебро есть. Золото на ней есть. Неплохо. Так, дальше. Вот такая вот платка. Тут ушастая микросхема. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Да, ушастая. Сейчас отвинтим. И покажу вам. Вот она уже идет где-то то ли 16 центов за штучку. Вот такая вот, с такими вот, как говорится, ушами. А обычная уже поменьше, потому что тут пятак побольше и содержанием больше тоже. 91 видим. Она снимается очень легко с краю. Просто можно вот этот пластик вот так выдрать, аккуратненько уши подгибаем, чтобы она не цепляла, потому что сердцевину очень легко вырывает. Вот так убираем с одного края. У нее всего лишь 12 выводов этой микросхемы. Очень легко она снимается, не проблематично, аккуратненько. Вот так подводим
Она практически всегда так и снимаю. Очень легко. Все. Целое. Проверять ее на лом не надо. Тут 100% золото, потому что год подходит. Вот такая вот 174. Так, что у нас там еще? Еще не конец. Еще вот плата парочку. О, пошли уже. Это походу с маяка. Скорее всего, поправят меня. Вот, с позолотой видим. Микросхемка 157, кажется. Но это не важно. Вот еще одна. И эту надо проверять. Это может быть белая. Такое бывает. Так, дальше у нас вот такая вот платка. Тут мне то, что порадовало, флажки есть. Это такое себе. А вот тут у нас есть ракетка с кремочками. Гляньте, какая она жирная. Видим. Очень много рифленой. То есть неровности, видно, что КМ тут нахватает неплохо. Вот такая вот плата с какой-то магнитофончикой, то ли что, но много кнопочек было. Так, переходим далее. Так, что у нас тут? О, все. И еще кусочек достаю. Нормально. Так, вот коробочка. Вот такая вот тоже катушечка. И тут транзистор. Неплохо. Тут еще вот платка от телека осталась. Тут у нас ОПЧ. Тут у нас бескорпусные КМ. Тут приемная. Золото. Тут в транзисторах тоже золото в таких. Есть флажки. Неплохо. Могли быть КМ-ки, но нету. Ну ничего. Вот такая вот коробочка. Давайте заглянем. Это у нас называется СКВ-1. Смотрим. Раз, два, три, четыре транзистора. По 4 вывода у них идет. Вот такой вот маленький пластик. Так, это оп, крышечку снимаем. Но когда открываем эту, тут еще куча варикапов. Они у нас, я не помню, кажется, по 1 центу что ли принимают. Что-то в таком роде. Вот сколько много варикапов с золотом. Вот такой вот мешочек вышел. Ну, вы видите, что ради деталей хватает. Я отдал неплохо, еще на этом можно и заработать. Так что получился такой выпуск. Слева-право появилось видео. Выбирайте, какое вам нравится. Очень интересные выпуски. Тут у нас предыдущий выпуск. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Или переходите на мой канал и смотрите другие выпуски о заработке на радиоделях и какие надо собирать, какие содержат драгоценные металлы. Так что жду вас на канале, смотрите.